Дорис Трэвис, американская актриса, танцовщица, звезда Бродвея и хореограф, была последней из доживших до 2000-х годов звезд шоу «Безумство Зигфилда». Дорис Итон родилась 14 марта 1904 года. Начала выступать с танцевальными номерами на сцене, еще будучи ребенком, а в 13-летнем возрасте уже дебютировала на Бродвее. Спустя год она была приглашена в популярное бродвейское шоу «Безумство Зигфилда», став одной из многих старлеток, которых называли «девушками Зигфилда». В 1921 году Дорис дебютировала на большом экране в одном из немых фильмов, а в последующем десятилетии снялась еще в десятке кинокартин. В 30-х она продолжала появляться на Бродвее, а после завершения карьеры там вместе с Артуром Мюрреем, также знаменитым танцором, стала инструктором танцев на местном телевидении Детройта. За последующие 30 лет сотрудничества с Мюрреем Дорис стала одной из самых знаменитых и влиятельных учителей танцев в США, собрав под свое управление около 20 танцевальных школ. Один из ее учеников, Пол Трэвис, в 1949 году стал ее мужем. Выйдя на пенсию, Трэвис вместе с мужем поселилась на ранчо в Оклахоме, изредка возвращаясь в свои школы для инструктажа молодых артистов. В 1998 году она вернулась на Бродвей, где в последующие несколько лет с триумфом выступала в музыкальном шоу «Esther Bonnet Compilation». Дорис Трэвис была своеобразным талисманом этого шоу, а ее танцы в 94-летнем возрасте сопровождались многочисленными овациями. В 1999-м, после 65-летнего перерыва, она вновь появилась на большом экране в небольшой роли в фильме «Человек на Луне». Последние годы жизни Дорис Трэвис продолжала появляться на публике, принимала участие в общественных выступлениях, а также в съемках документальных фильмов. Скончалась от аневризмы 11 мая 2010 года в возрасте 106 лет.